я не знаю, что. Я в этом еще не разбирался, да. Ну, потому что это фотоаппарат, а не видеокамера, она долго не пишет, у нее ограничения стоят. Ну да, там 15-20 минут, да. Какие, да. Вот, теперь эти точки можно пройтись до вершины черепа. Вот так вот, топ-топ-топ-топ-топ с двух сторон, вдоль позвоночника. На сам позвоночник не нажимаем, идем только вдоль позвоночника. Вот, и дальше у меня вот есть некоторые такие клиенты, которые просят, а ты не разминай, ты просто постучи. Ага. Есть очень много таких методов, я даже их выделил в отдельный тренинг, целый день мы будем только заниматься методами постукивания и всевозможными влияниями на тело через перкуссии, так называемые. Там есть и молоточки специальные, и чаши, и пальцами, и кулаками, и ладонями, и банками, там много способов, и бамбуковыми палочками. Давайте попробуем вот так вот сначала. Сразу расслабляется. Рука идет полностью легко, свободно. Когда мы добавляем вторую руку, вот между пальцами можно получить такой эффект стробоскопа. Если вы научитесь хорошо делать, вас будут приглашать на дискотеку. Сквозь лампочку вот так вот напротив прожектора работать стробоскопом. Вот, можешь усиливать удар. Тут вы тоже импровизируете. Он настолько хлесткий. Вот опять же, как взмах меча, как учат самураев. А пятки идут удар. И раскрывается по очереди каждый ваш сустав. Ну там спина, плечо и так далее. Так и здесь, как бы у вас рука хлестко охватывает вот эту мышцу, да? Вот так вот видно? По кругу. Вот так вот, да-да-да. О, подожди. Вы оба Жени, кстати. Вы оба Жени, вы познакомились? Женя делает Женя. Ну, и вот этого часто бывает достаточно, можно пальчиками постучать. То есть, вот я, вот видите, говорю такие методы, которые... Ну, не надо тут школу заканчивать, не надо по 3 года учиться. Я вот иногда разговариваю с людьми. Ну, в этом и плюс, и минус, что... Минус в том, что потом 20 тысяч массажистов будет на каждый дом. Ну, как, ну, если просто войти, то, значит... Не каждый будет практиковать, и не каждый будет хорошим массажистом. Ну, во-первых, я считаю, что это вообще полезно хотя бы для себя знать, что как устроено твое тело. Да, уже это стоит. Начнешь изучать, поймешь, что там на самом деле все гораздо глубже. Угу. Вот есть тут такая точка. Мы сделали друг другу. Хотите, можете поменяться. Никто не хочет. Вот тут есть такая точка, повернись передом. А, сейчас ты показывал, да? Да, тебе показывал, да. Вот смотрите, вот эту мышцу. Вот она практически, ее можно увидеть, прощупать, да? Она идет как бы дальше к позвоночнику. А вот другие мышцы, вертикальные, шейные, они идут туда, вглубь. И между ними на сплетении. Вот туда можно нажать. Вот сюда, да, там такой валик, почувствуете внутри. Как кнопочка. И теперь, смотрите, будет больно, я предупреждаю. Давите на него сильнее. Вертикально, снизу вверх. Терпим, терпим, терпим. И через боль расслабляемся. Отпускай плечо. Отпускай диафрагму. Эта точка магическим образом расслабляет весь плечевой пояс. Ну, вокруг лопатки, вот с этой стороны. Тут мышцы расходятся лучами от головы вот так. И от угла плеча тоже вот так. И давим вот здесь. Попал? Это я попал. Дышим, дышим, выдох вместе. И расслабляемся. Расслабляемся и чувствуем, как у нас уже все такое вот дыхлеет. Вот. Иногда после тяжелого трудового дня я могу сам себе нажать эти точки. Нашел, да. Ну ты на себя нашел, так что тут можно найти. На себе то и ладно. Выше, прямо в самом уголке, где вот эти мышцы пересекаются. Нашли? Да, уже сделал.
после тяжелого трудового дня, еще раз повторюсь, иногда сам себе просто что-то там зажало или продуло даже, достаточно нажать на эту точку, и уже отпускает, уже сразу легко, уже можно ложиться спать. Так, ты хочешь маслом все? Испачкаться. Ложись на стол. Испачкаться. Ну, вот это не будет. Продолжим здесь. Больно, да. Так и должно быть. С этой системой. Я говорю. Я же прям давай вот так шевелить. Ну, у меня к вам такой вопрос. Вы увидели, что это достаточно доступно? Конечно. Что это просто делать? Ага. А, пустила сразу руку? Да, вообще прям, ну. Ну, скажи вот, на камеру, что у тебя? Это когда ты попал? Прочувствовал боль, да, пережил ее. Вот сейчас идет боль, и сейчас идет как груз, как будто на килограмм 10 сейчас с руки сливается в землю. Да, вот да. Такие вот ощущения такие. Результат есть, да, сразу же. Есть, да, и сейчас легкостью с бактерии. Вот почему это говорит о том, что можно сразу вообще, да, обладая какими-то минимальными такими знаниями, уже помочь человеку. И уже получить себе клиента. Так это же если физическая нагрузка у человека на руки идет, да, вот его комбат, и он, ну, можно там и жёлтым, и легче стал. Борцы, например, там, я вот, не знаю, кто много носит тяжести. Сюда головой, сюда ногами. Спасибо. Что сказали? Не ошиблись, нет? Есть как-то более желтый. Сейчас мы найдем, просто от масла. Я чувствую себя намного лучше, прям чувствую. Замечательная техника. Ты не иронизируешь? Ну тогда через 15 минут надо. Давай, встань, я быстрее. А, встань? А, налево. Вот так. Я думал, сверху находится. Не, ну ты нормально, скажи. Не, я считал, что ты соберешь себе, ладно. Как я понял, что ты просто, значит, пережал доступ к крови, ну, резко скачок, как бы, да, и кровь пошла в руки, и ощущается, конечно же, прилив в конечности, причем встали. Ну, возможно. Олег, Олег, можно с тебя минуту? Да. Нет. Ну, тогда ты у меня будет личный вопрос. Личный вопрос? Ну, да. Ну, давай, давай поставим пока паузу.